Песни, стихи и проза звучат в их честь. В преддверии 8 марта в школе номер 31 прошел праздничный концерт. Поздравили их девочек, девушек, женщин. Теплые слова одноклассницам и учительницам в этот день сказали ребята из младших классов. Все номера и выступления дети подготовили самостоятельно. Оттого, говорят гости праздника, еще приятнее. К поздравлениям присоединился и депутат муниципального совета Артур Каримов. Отрадно было видеть и танцевальные коллективы, а также творчество детей, которые радовали всех женщин нашего района, нашего городского округа Химки, а также всех преподавателей, которые сегодня пришли и в этот замечательный, прекрасный день порадовались. Внимание, главный подарок. И ученики 31-й школы с лихвой одарили им всех, кто сидел в зрительном зале. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.